Добрый день. Шалом мир шалаем. Да, мир из Иерусалима. Мы продолжаем нашу серию рассказов про жемчужины, еврейских рукописей. И я вас приглашаю сейчас в далекий 1990 год, в туманный Лондон. И мы сидим в доме очень знаменитых людей, знаменитых для тех, кто занимался еврейскими рукописями, или даже для тех, кто ими занимается сейчас – в доме Линды и Михаэля Фальтеров. Линда и Михаил Фальтеры были люди, которые основали издательство, специализирующееся на фоксимильных изданиях еврейских уникальных рукописей. Их знали все, кто рукописями занимался, и многие с ними работали. И вот они пригласили в узком кругу на такой званый ужин выдающегося кадиоколога Малахиба Байтарье, ну и он, видимо, настоял, что пригласили и меня, я так думаю. Неважно, мы сидим в узком кругу, беседуем у камина, что-то выпиваем и ждем ужина. Кстати, скажу, что никакого ужина в результате не было, потому что их прекрасная собака, огромный дог, на кухне съела все, что было приготовлено для ужина, улеглась и ждала своего наказания. Но мы этого пока не знали. Мы сидели и беседовали. И я их спрашиваю, Линда, скажите, а вот вы столько издали рукописи еврейских, а какая у вас самая любимая? Она говорит, ну, на этот вопрос очень легко ответить. Это, конечно, сборник Ротшильда. На иврите называется «Михлоль Ротшильд». Я так удивился, почему-то я ожидал, что они какую-то Библию назовут. Она говорит, это же очень просто. Это самая красивая еврейская рукопись. Вот про нее мы и будем сегодня говорить. Мы будем сегодня говорить о самой красивой еврейской рукописи или, по крайней мере, о самой красивой еврейской европейской рукописи. Но прежде всего несколько слов. Что такое сборник? Сборник ⁇ это вообще очень популярная в средние века тема, когда люди, как правило, владельцы рукописей. Собирали их по своим интересам. Например, врач, он мог переписать для себя несколько медицинских сочинений или даже заказать их переписку, переплести их вместе. Человек, интересующийся кабалой или галахой, или философией, он собирал рукописи по этой теме, обрезал их одинаково, переплетал вместе, и вот у него появлялся такой сборник. Повторяю, таких сборников мы знаем очень много. Причем эти рукописи могли быть и разного времени и переписаны в разных местах, но он их компоновал по тематике: да? сборник по философии, сборник по халахе, сборник по кабале и так далее. Сборник Ротшильда это совершенно другая рукопись. Это шедевр, который был сделан, видимо, группой каллиграфов-мастеров со каким-то старшим каллиграфом, и группой иллюминаторов мастеров, которые вместе, видимо, согласовав это с заказчиком, создали том, состоящий из трех частей. Первая часть – это три библейские книги, так называемая «Эмет» – это книга, соответственно, «Иов», «Притчи», «Псалмы». Это вторая часть большая, это молитвенник, и молитвы на каждый день, и макзор, то есть молитвы на праздничный день, включая пиюты и так далее. А третья часть – это то, что мы назвали бы по-русски «разное». Это какие угодно сочинения, которые соответствовали вкусу просвещенного человека, забегая вперед, скажу, Италии второй половины XV века, ашкенадского происхождения. Это вам и философские труды и медицинские труды, и художественная литература, и дидактические сочинения, и астрономия. Ну, в общем, вот все, что вы хотите придумать, там есть. Всего в этом сборнике 37 сочинений. Причем переписаны они немножко даже в перемешку. Иногда на полях идет одно сочинение, в центре другое. Вы это увидите, когда мы будем смотреть листы. Но это, понимаете, это очень объемный труд. Вам и Библия, вам и молитвы, вам и литература для, так сказать, души или там широкого развития. Я бы даже, будь моя воля, вообще не называл бы это сборником Ротшильда, а назвал бы это библиотекой. Библиотекой Ротшильда. Но размеры небольшие. Такой, ну, вот такой томик. Он, в нем 473 листа. Он переписан на тончайшем, тончайшем пергаменте. Вот этот пергамент, так <соединенные> современные люди, прошу не волноваться, он называется на иврите клавпекуа. Это кожа еще не родившихся телят. Или только что родившихся, или из чрева матери вытащенных. И вот на этой коже писали самые-самые дорогие рукописи. Христианских рукописей мы знаем таких немало, а еврейских, может быть, даже она единственная. По-русски это называлось велень, вот такая вот кожа, которая использовалась. Э, что еще можно сказать? что мы понимаем? Мы понимаем, что вот эта библейская секция, три книги с комментариями Раши, переписанные сначала, они были переписаны позже и отдельно. Сначала оригинальный сборник. Это были только молитвенник и различные сочинения. Потом, видимо, владелец, я не знаю, как там они согласовывали это, возжелал иметь и библейский текст. Мы понимаем, почему это сделать. Там даже нумерация например листов пергаменных она начинается с молитвенника и не охватывает эти библейские книги но переписали три книги поставили их впереди переписал другой писец но явно этой же школы очень похожие почерка сделали единый сборник и очень важно подчеркнуть что все это они сделали до того как сборник поступил в руки иллюминатором иллюстратором потому что вот его, оформление, художественная часть сборника, она абсолютно единая. И мы понимаем, что уже его вот получили вместе и над ним работали именно в, таком, в такой последовательности. Я очень много им занимался, и последнее время все время про него думал. Вот удивительная вещь. Абсолютный шедевр, безумно дорогая рукопись, сомнений нет никаких. 300 этих иллюстраций золотом и так далее. Невероятный пергамент. Мы не знаем, кто были эти иллюстраторы. Мы и толком не знаем, кто были эти песцы. Мы не знаем, когда и где точно этот сборник был переписан. То есть, иными словами, в нем нет вот такого полнокровного колофона, который мог бы ответить на эти вопросы. Я где-то прочел, что считается, я много чего прочел, к разным школам относят иллюминации этого, вот молит... этого сборника. В частности, говорят, что это мастера школы Тадео Кривелли из Феррары. Кривелли очень был знаменит тем, что он прекрасно иллюстрировал Библию, а также прекрасно иллюстрировал Бокаччо до Камерона. То есть у него было очень широкое восприятие такое. Но, опять же, это нигде не написано. Как мы определяем, когда все-таки этот сборник был сделан? Ну, у нас есть, легко сказать, у нас есть нижняя граница хронологическая. В этом сборнике есть одно сочинение, так называемая книга обычаев Сефер Минхагим, которая была написана в 1448-1449 году. А также там есть одно слово, которое, марор, которое переводится там на итальянский язык, и впервые такой перевод появляется там в 1453 году. Вот мы можем сказать, что где-то, наверное, 1450 год – это самая нижняя граница. Самая верхняя граница нами определяется, скрупулезно сравнивая почерка этой рукописи с теми подчерками, которые у нас есть в базе данных Спардата. И тогда получается, что это, скорее всего, переписано было где-то в 70-е 80-е годы 15 -го века. 1470-1480. А кадикология, то есть то, как скомпонованы эти тетради, то, как с ними работали, то, как выписано все это, говорит нам о том, что, несмотря на то, что это безусловно ашкенадский почерк, германский и квадратный, и полукурсивный, что рукопись эта была изготовлена в Италии. Наверное, даже в Северной Италии. Вот теперь, скажем, ничего мы толком не знаем, но тем не менее можем сказать, что перед нами рукопись, которая была переписана во всяком случае во второй половине XV века, писцами-ашкеназами, иллюминирована мастерами декора итальянцами и переписана она была, скорее всего, в Северной Италии, может быть, в районе Венеции, Ломбардии, не знаю, э, Феррари, где-то вот там. Вот, много слов. Но давайте смотреть на сами листы, потому что действительно это шедевры. Вот рукопись начинается с книги псалмов. Это лист первый лист, вторая обратная сторона. Это книга псалмов. Очень интересно, во-первых, посмотреть на эту иллюстрацию. Сразу видно, да, что это большой мастер. Вот посмотрите, как выписан, как выписанный царь играющий на лире, вот эти животные, все это прекрасно, совершенно пейзаж вписано. А на самом верху очень интересная строчка над ним. Это благословение писца на начало работы. И вот, например, этот текст, я его вообще нигде в других рукописях не встречал, подобный. И я его не нашел в базе данных с Фордатой, то есть базе данных, которая учитывает всевозможные совершенно штампы, которые появлялись в рукописях. Это такой парафраз, то есть переделка текста – благословение Моисея израильскому народу из книги Второзакония. Даже конкретное, конкретнее благословение Моисея на колено левитов. Там сказано «Благослови Господи силу его и отдели рук его благоволи». А вот здесь он написал, писец, «Мин Адонай хейли уфо аль ядай тирце, мерош ве То есть «От Господа Сила моя и к делу рук моих благоволи от начала и до конца. Вот это небольшая, очень интересная, симпатичная надпись. Значит, если мы посмотрим на этот лист еще раз полный, то что мы сразу видим? Мы видим, что библейский текст переписан в центре с вокализацией, как положено, и даже с масорецкими знаками на полях. Между прочим, посмотрите вот с такими знаю, фигурками небольшими орнаментом, наверное, можно сказать, растительным орнаментом, обозначен конец первого и начало стихов второй главы, псалмов. А сбоку это комментарий Раши, да, самого знаменитого комментатора Библии, который выписан, соответственно, полукурсивным письмом Ашкинаским, и вот он сопровождает этот текст по краю. Да, вот можно посмотреть еще. На знаменитый этот первый стих, да, давайте вернемся к нему, Ашерлохалах, да. Ашерлохалах, Уведерех Хатаим, Лояшав. Это всем нам, собственно говоря, важное наставление блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в, согра... в собрании легкомысленных. Вот это знаменитое начало книги Псалмов. Опять же, хочу сказать, я не искусствовед, но, конечно, видно, что это очень рука настоящего мастера иллюминатора, да, и видно, что это вообще-то христианский сюжет. Вот ну, дальше еще раз мы это увидим. Давайте... Посмотрим следующий. Вот это очень интересный лист. То есть это уже настоящая иллюстрация на весь лист. И там наверху написано золотыми буквами «Ле Иов Ле Мишне». То есть это конец, иллюстрация к концу книги Иова, когда, если вы помните, он после всех своих мучений и, того, и верности Господу, и Господь дал Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Вот «Ле Мишне» да, удвоив все это. И мы видим прекрасный пасторальный пейзаж. У нас здесь и пастухи, у нас здесь и крестьяне, у нас здесь река и так далее. То есть это вот настоящая прекрасная картинка, еще и с э, перспективой такой. Очень симпатичная, по-моему. Следующий лист давайте посмотрим. Это книга притчи. Посмотрите, если мы увеличим вот эту вот картинку, то вы сразу увидите. Ну, смотрите, это же не евреи сидят. Вот первый дяденька, который, который с книжкой красной, он вообще, по-моему, монах. То есть понятно, что это иллюстрация, которую делали христианские э, мастера. Но также и понятно, что это все происходило вместе. Они работали вместе. Вот эта заставка Мишлей, она же явно обговаривалась под еврейский текст, потому что на букву ламы, да, посмотрите, лама с такой шеей вперед, как у жирафа. Они специально вот заранее сделали вот эту вот часть, чтобы все это могло сюда войти. То есть это безусловная кооперация. Это не то, что они переписали текст, отдали его дальше иллюминаторам и сказали, что вот как хотите, дальше так и делается. Нет, это не так. Это совершенно видно, что это работа и тех и других мастеров вместе, причем тоже, если мы посмотрим на текст библейский, то он также, посмотрите, написан да, нормальным хорошим квадратным письмом, вот, вот тут еще всякие э, всякие у нас даже прекрасные птички, а сбоку комментарии Раши, и вот на полях, мне кажется, на полях, вот посмотрите слово, которое пропущено в комментарии Раши, оно вписано на полях причем это тоже делали, кстати, вписано другими чернилами, возможно, что и позже. То есть отметка есть. Это такая как бы, как бы скрытый язык разговора между мастерами и нами читателями. Он не перечеркивает слово в тексте, потому что он не хочет испортить его визуальное восприятие. Но он ставит галочку и ставит галочку на полях. И под эту галочку выносит то слово, которое тут должно быть написано. моно, То есть из капитала его. Вот такая интересная деталь. То есть мы видим, как они с нами разговаривают. Очень важно, что текст не хотят испортить. И при этом, пожалуйста, все-таки все происходит. Давайте посмотрим следующий лист. Этот лист очень интересен для нас. Значит, Здесь молитва, это уже мы перешли, мы завершили разговор о трех книгах библейских, мы перешли в молитвенник. Это место, где описаны благословения и молитвы человека, вызываемого к чтению Торы в синагоге, к да? чтению раздела недельного. И вот что интересно, вообще в ашкенадской традиции существовало правило, что если ты переписываешь рукопись для кого-то на заказ, то именно имя этого человека и вписать в эту молитву Миша Берах, тот, кто благословил. И вот на этом листе дважды в эту молитву вписано одно и то же имя. Да? Это имя Моше бен Якутиэль Акоген. Вот оно вписано здесь и подчеркнуто красным. И даже в предпоследней строчке оно вот еще раз хорошо видно. Тот, кто благословил Авраама, Ицхака и Якова, он да благословит Рабби Моше, Бар Якутиэля, Хакухена, его и все, что есть у него. Ведь коль ашер ло. В конце аббревиатура, вот три буквы, над которыми такие черточки. По логике вещей, это и есть имя владельца этой рукописи. Что смущает? Смущает, что мы его нигде в истории не дошли. Вообще-то история итальянского еврейства известна. Это, безусловно, должен быть очень богатый человек, который мог себе позволить такую рукопись. Видимо, он был очень скромный, поэтому ему не посвящено какого-то большого колофона. Но хотелось бы его найти вообще, где-то в архивах, Наверняка какой-то был или банкир, или, не знаю, негациант большой, не нашли, пока, во всяком случае. Может быть, он всюду в других местах фигурировал под своим итальянским именем, и только здесь написал, написано то имя, с которым его вызывали на чтение Тора, не знаю. В общем, мы можем считать, что вот этот самый Моше, сын Якутиеля, он заказчик этой рукописи. Наверное, это так. И было, но опять же подчеркиваю, вот какая-то у меня неуверенность все-таки есть в этом. Давайте, ну, посмотрим дальше. Это лист из Пасхальной Агады. Пасхальная Агада, естественно, входит тоже ну, в раздел молитвенника. Это, если вы помните, мы говорили про Вашингтонскую Агаду, я просто хочу вам показать, потому что это все очень симпатично, это те же четыре... Сына, который задает вопросы, да, вот этот мудрый, потом Грешник. Вот Грешника легко, Роша, его очень легко отличить, он всегда как военный. Вот здесь он, по-моему, с большим мечом таким в руке. Да, и с дубиной, с мечом. Вот, дальше идет, соответственно, Простак и несмышленыш наш, как вы помните, мы говорили, как фанвизинский недоросль, который, собственно, и сказать-то ничего не может. Это я вам хотел показать просто как, ну, я не знаю, как элемент декора Агады. Но, что очень интересно, вообще этот сборник Ротшильда, он в идеальном состоянии. А вот как раз эти самые листы, где переписана Агада, в состоянии похуже. Именно потому, что Агадой пользовались из года в год то, что мы говорили, это и эта книга была переписана не для красоты, а для использования, цивилизационного использования евреями. Следующий лист – это так называемая «Шмона то есть это начало комментария великого Маймонида на трактат из Мишны «Поучение отцов». Вот. вот это его знаменитое философское введение – он написал его на арабском языке, его перевели на иврит. И что мне здесь симпатично, они, видимо, считали, что Маймонид так выглядит. Но, во всяком случае, вот этот мудрец, который сидит за чудесным столиком с книжечками, чернильницей, вот так, так выглядел Маймонид в глазах, наверное, христианских иллюстраторов во второй половине 15 века. Очень мило. Вот этот лист. Вот помимо того, что здесь всякие красивые фигурки и симпатичные, так сказать, птички, он интересен тем, что именно на нем видно, что переписчик давал как бы направление тому, кто дальше иллюминировал рукопись, в частности, с еврейскими словами. Вот здесь, вот, вот в этом слове Ори видно, если его увеличить, что сначала черным провели тонкие линии и обозначили границу вот этих букв, а потом уже мастер сделал это золотом объемно и красиво. Но, видимо, это делали во многих местах, а потом стирали. А здесь как-то это очень хорошо заметно. То есть это такая внутренняя кухня координированной работы переписчика с иллюминатором. Вот здесь на этом листе переписаны сразу два сочинения. Причем это оба сочинения это такие дидактические трактаты. Один более художественный, один там совсем дидактика. Дидактика это трактат Ида и Хапними Бехинат Хаолам испытание мира. А вторая очень известная книга, которую все очень любили, это такая Мешаль Хакадмони, она называется Притча древнего. Это рассказ о разных этических проблемах, которые в частности и обсуждают животные. Вот здесь Чудесное изображение, вы не догадаетесь, и я бы не догадался, но это вообще-то цапля. Цапля и лягушка, вот они беседуют, и наверху золотом написан текст. Цурат хацфардеа бе агам мистатерит, бе озна меддаберит. Да, это все еще, это вообще написано в виде макам, это сочинение. То есть ритмизированный прозы такой. Изображение лягушки, прячущейся в озере, и цапли, говорящие ей в ухо, увещевающие ее. Вот такая очень милая картинка. Следующий лист, который я вам хотел показать, он просто очень красивый. Это так называемое сочинение, это называется псевдоаристотель. А на иврите оно называется сод содот то есть тайна тайн. И это приписываемое Аристотелю сочинение наставления его великому ученику Александру Македонскому. Но в данном, оно было написано вообще-то на арабском языке, переведено на иврит и гуды Аль-Харизи, знаменитым и поэтом, и знаменитым переводчиком. Но здесь просто сама картинка замечательная, ее очень часто используют, чтобы показать вот этот, я не знаю, внутренний мир еврейского мудреца или переписчика. Вот у него тут и чернила, и ножичек, или перо. И прекрасная перспектива в окне. То есть это такая красивая картинка, которая вводит нас, ну я не знаю, в кабинет ученого, если можно так сказать. Вот. Видите, я сегодня хочу вам побольше показать картинок, потому что действительно тут они сами за себя говорят. Вот это очень интересный лист. Он как-то... Вот все, вот мне мешает прямо сказать, что вот, вот, на этом листе есть небольшой колофон внизу. Дело в том, что это трактат, посвященный календарю, посвященный 14 циклам календаря. Здесь, кстати говоря, в этом колофоне есть ошибка, и написано, что этих циклов не 14, а 13. Но нам на самом деле совершенно не это важно. А важно вот последняя строчка. Тут написано, да, Нишлам хайот гимал махзорим, улеолам халила хазак в шабетай села амен. То есть завершены 13 циклов календарных, которые вечно повторяются. Будь твердый, мужествен, Шаббетай села амен. Вот возможно, что Шаббетай, который, кстати, золотом выделен это имя, в, в этом маленьком колофоне, возможно, это имя переписчика. Но опять же, слушайте, у нас огромная база данных есть по итальянским рукописям. Нигде такой переписчик не встречается. Но не может быть, чтобы человек, который создал такой шедевр, ограничился одной рукописью. Он, конечно, профессионал. И это вот это вопросы, вот которые во всяком случае до сегодняшний день пока ответа нет. Но тем не менее на этом листе завершается основной текст рукописи. Итак, перед нами сборник, сами видите, красоты невероятной, полностью сохранившийся. Теперь очень коротко про его историю. Вот на последнем листе есть всякие малоразборчивые владельческие записи. Но видно, что это ашкенадский курсив. Вот одна запись тут видно, что у него родился сын, и ему желают дорасти до того, чтобы он и Богу служил, и для хупы, и для Добрых дел, это можно прочесть. Год я здесь прочесть не смог, как не увеличивал, но это явно там, ну, наверное, даже вторая половина XVI века. Да. Хорошо, был у ашкеназов в Италии во второй половине 16 века. Дальше. Мы только знаем, что в 1832 году, смотрите, сколько лет, так сказать, гэп такой. Этот манускрит появляется в коллекции знаменитого негацианта, знаменитого купца, богатого человека, банкира Шломо де Парента из Триесты и находится там до 1855 года. В 1855 году его продают в коллекцию самых богатых евреев 19, может быть, и 20 века тоже баронов Ротшильдов в Париж, Парижский дом баронов Ротшильда. Отсюда, собственно говоря, и название его, да, сборник Ротшильда, потому что в этой коллекции сборник находится вплоть до Второй мировой войны. Вторая мировая война, нацисты входят в Париж, грабят Ротшильда в прямом смысле грабят. Из них, из домов и поместья Ротшильдов они вывезли 42 грузовика с ценными грузами. В основном это, конечно, всегда вспоминают картины. Рембрандт, Рубенс, Тициан. Огромное количество. Но также и рукописи, и печатные книги, и все-все-все. Дальше варвары украли все это. Дальше был очень длительный процесс. Что-то Ротшильдом вернулось, что-то пропало безвозвратно. Вот этот самый Сборник Ротшильда, он пропал, его никто больше не видел. И вдруг сборник всплывает на аукционе антиквариата в 1950 году в Берлине. И понимаете, что происходит? Значит, появляется рукопись в 1950 году. В общем-то, его никто особо не знал. Сами Ротшильды тоже, я думаю, не очень в этом разбирались. И вот тут очень интересно, здесь происходит, ну опять вот мне всегда хочется рассказать про какой-то подвиг. Вот здесь это подвиг профессионализма. Главный директор библиотеки еврейской теологической семинарии, выдающийся библиограф Александр Маркс в Нью-Йорке, получает перечень того, что будет на, этом, на распродаже на этой. И он понимает что это рукопись, которая принадлежала до войны семье Ротшильда. И он понимает, что у него нет времени связываться с Ротшильдами, объяснять ему, может, не знаю, знают ли они вообще или не знают, что там у них было. Это все-таки ну, не, не Рембрандт. Да? Не, не так они, может быть, в это вникали. Рукопись может просто пропасть. Ее может купить неизвестно кто, она может исчезнуть. И он на свой страх и риск, зная заранее, что эта рукопись не станет частью коллекции его теологический семинарий, он ее покупает. Покупает по тем временам за очень большие деньги, за 5 тысяч долларов. Тогда книги иначе стоили. И, ну и цена доллара была совершенно другая. А он был совершенно выдающийся человек. Дело в том, что я очень много работал в этой семинарии. Буквально 10 лет я описывал их коллекцию инкунаболов, и чтобы написать предисловие к этому каталогу, я много читал про Маркса, и мне рассказывали про него. Его пригласили, он вообще-то в Кенигсберге, то есть в Калининграде получал образование, его пригласили в Нью-Йорк в 1903 году читать курс истории и стать библиотекарем вот этой еврейской теологической семинарии. Он приехал, там было 9 рукописей, и, по-моему, 16 тысяч книг. Он умер в 1953 году. Коллекция, которую он сформировал, насчитывала более 9 тысяч рукописей и более 150 тысяч книг. И это, это все сделал он своим и энтузиазмом, и невероятной компетентностью, ну и уважением. Вообще это была очень интересная семья. Два брата, оба были библиографами и оба были директорами очень важных библиотек, и сестра, которая вышла замуж за великого писателя Агнона. Да. Так, не просто вообще. Но не важно. Важно, что он находит Ротшильдов потом и возвращает этот манускрипт в семью Ротшильдов, но уже не в Париж, а возвращает он Джеймсу Армаду Ротшильду в Лондоне. Это тоже была фигура выдающаяся, совершенно незаурядный человек – член парламента Великобритании. Он вообще был сионистом, и он тоже в те годы, после Второй мировой войны, пытался понять, почему ортодоксов Харидим не призывают в армию. И тоже пытался добиться того, чтобы они, как и все остальные жители значит, Палестины или еврейского уже Израиля, значит, чтобы они служили в армии. Не добился. Но, тем не менее, ему возвращают вот эту рукопись. И тут абсолютно выдающийся искусствовед Мардыхай Наркис, который был вообще основателем школы изучения еврейского искусства. Он начинает его уговаривать, что такая рукопись не может оставаться в частных руках. Она должна стать... Она должна быть подарена или, не знаю, преподнесена новому молодому еврейскому государству. Она должна стать частью культуры всего еврейского народа. И вот они ведут эти переговоры, ведут переговоры, Наркис его пытается убедить, но Наркис потом заболевает. И когда он узнает, что Наркис сильно болен, он как бы, ну как, я не знаю, как жест того, что может это поправить здоровье Наркиса, или неважно как, он убеждается, и в 1957 году он преподносит эту уникальную рукопись в дар Израильскому музею. Где? В Иерусалиме где она до сегодняшнего дня и находится. И вот у нас, смотрите, вот такая история получается. Шедевр второй половины 15 века Италии. Ни один, один листик пропал, мы считаем, во всей этой рукописи. Как-то она все пережила. Она попала в руки, была в частных руках. Потом попала в руки настоящих варваров. Исчезла на некоторые годы. Потом всплыла на рынке книжном. И благодаря выдающемуся библиографу была выкуплена из этого плена, возвращена владельцам, у которых хватило такого широкого культурологического взгляда для того, чтобы не оставить ее снова частным владением, а подарить ее всему еврейскому народу. То есть вот такая завершенная, красивая и абсолютно правильная с моей точки зрения история – к которой можно и добавить только одно, что в 2013 году сборник Ротшильда был включен ЮНЕСКО в мировой регистр шедевров. То есть она совершенно заслуженно получила и мировое признание. Вот такая рукопись, такая жемчужина.